Ежемесячная встреча с жителями прошла в городском округе Люберцы. Впервые мероприятие состоялось в формате выездной администрации. Жители муниципалитета смогли задать вопросы заместителям главы, представителям управляющих компаний, городских служб и правоохранительных органов. Подробности далее. Здание 20-й гимназии стало временной администрацией городского округа. На одной площадке собрались люди, которые курируют различные сферы жизнедеятельности Люберец. Елену Дунашову интересует блок «Социальная политика». Жительница дома 24 на улице Южная просит создать доступную среду для мужа-колясочника. Отсутствуют пандусы возле дома и в сам подъезд. Неудобно добираться, поэтому по данному вопросу решила прийти сюда и как бы напрямую задать. Задать вопрос напрямую могли все желающие. В отличие от привычного формата, встреча проходит тет-а-тет. Жители обращаются по конкретной тематике и обмениваются контактами с должностными лицами. Одни из самых оживленных участков большой переговорной комнаты – жилищно-коммунальный сектор, дорожные службы, строительство и социальное направление. Я думаю, что это такой более, я бы так сказать, конкретный или такой контактный подход по тем или иным вопросам. Поэтому я думаю, что этот формат, он тоже имеет место на жизнь. В дальнейшем люберчане сами определят, устраивает ли их такая форма общения. Сотрудники администрации проведут мониторинги и узнают мнение жителей. А пока вопросы, озвученные на такой пилотной встрече, приняты в работу. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.